Начинаем наш третий фестиваль кино для молодежи. Кино – это просто! Полное погружение в атмосферу кинематографа. Секреты режиссуры, актерского мастерства и качественного монтажа. В Химках стартовал третий фестиваль для молодежи «Кино – это просто». Мероприятие проводят с 2022 года. Оно пользуется большой популярностью. Фестиваль кино для молодежи «Кино – это просто» – это место, где ребята в течение 3 дней снимают различные короткометражные работы. Они также проходят мастер-классы и обучаются киноискусству. Наши спикеры – это студенты различных профильных вузов. В последний день ребята представляют свои работы после того, как они их смонтировали и, конечно же, сняли. 60 участников в возрасте от 14 до 18 лет пробуют свои силы в киномастерстве. Все они прошли онлайн-отбор и оказались в окружении единомышленников. Принимает гостей из Москвы и всего Подмосковья Дворец культуры «Родина». Что это за фестиваль? Фестиваль – это возможность подрастающему поколению стать чуть-чуть ближе к сфере кино. За моей спиной сейчас находятся потрясающие школьники городского округа Химки и ближайшего Подмосковья. Да, в этом году к нам присоединились ребята из таких городов, как Балашиха, например. И они сейчас учатся взаимодействовать в команде, распределяют роли. Кто из них будет режиссером, актером? Тема фестиваля в этом году – свои. Каждая буква имеет свое значение. Семья, важное, образование, искусство. Участники выбирают из перечисленного и снимают свой киношедевр. Проект для молодежи «Кино – это просто» реализуют при поддержке Министерства образования и науки и платформы «Россия – страна возможностей». В конце кинофестиваля эксперты выберут лучшие работы и объявят победителей. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.